Несмотря на то, что традиционный международный обжиг керамических изделий под открытым небом был перенесен из-за непогоды, это не изменило планы участников. 26 и 27 июля в рамках мероприятия в Детской школе искусств и в Невельском историко-краеведческом музее прошли мастер-классы по изготовлению керамических изделий под руководством признанных мастеров-керамистов, которые уже не раз принимают участие в столь значимом мероприятии. Для участия в Невельск приехали многочисленные гости, чтобы не только попробовать свои силы в изготовлении керамики, но и открыть себе творческий талант. В первый день участники мастер-классов осваивали гончарный круг, изготавливая под руководством опытных керамистов традиционную тарелку и кувшин. Очень хорошо, мастера очень хорошие, все объясняют хорошо, помогают. Второй день собрал еще больше желающих. Участники мастер-классов с азартом делали свои эксклюзивные народные игрушки и глиняные свистульки, маяки-светильники и необычные миски, реализуя в изделии свои творческие идеи. Очень весело. Очень весело. Я думаю, что у нас получится отличные маяки. Посмотрите, у каждого свой. У каждого очень индивидуальный. Очень здорово. Обязательно будем приезжать каждый год. Очень хороший праздник, очень нужное мероприятие. Такой выплеск для творчества. Нужное дело. Каждый участник мастер-классов в этот день унес с собой много положительных впечатлений и отличное настроение. Также стоит отметить, что в честь 10-го международного обжига керамических изделий под открытым небом впервые был учрежден и проведен конкурс на лучшее керамическое изделие по двум номинациям – ручная лепка и гончарный круг. Всего на конкурсе было представлено 71 работа от 43 участников из регионов Дальнего Востока. Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы в программу, это нас не остановило, и сегодня мы собрались здесь, в атмосфере уюта, в атмосфере искусства, на подведение итогов конкурса на лучшее керамическое изделие. Все заявленные на конкурс работы были представлены на выставке в Невельском историко-краеведческом музее. Жюри предстояло выбрать среди керамических изделий лучшие, но это было сделать далеко не просто. Каждое произведение было достойным. Среди членов жюри – выпускницы Хабаровского колледжа искусств Ирина Миронова и Ирина Калягина. Впервые девушки были приглашены 3 года назад, чтобы принять участие в обжиге керамических изделий. И с тех пор приезжают каждый год проводить мастер-классы по изготовлению керамики. Сама вот эта атмосфера очень... даже не знаю, как ее описать. Теплая, приятная. Тут все как люди домой такие. Возвращаюсь. Да, люди хорошие, приятные. Сам вот этот обжиг — это очень интересный процесс. Керамика в принципе очень интересная, а обжиг в костре — это такое прям неповторимое ощущение, когда неизвестно, что получится, может что-то разбиться, может не разбиться, может получиться вообще не так, как ты ожидал, это просто великолепно. Подводя итоги конкурса «Лучшее керамическое изделие», участников поприветствовала начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Наталья Белоцерковская и провела награждение победителей. Мы надеемся, что такие мероприятия будут проходить и дальше, потому что очень приятно, что такие мероприятия, они объединяют людей. И тот костер, который зажигается на новой земле, он объединяет людей не только с сахалинской земли, но и к нам приезжают из материка, из других регионов, из Японии. Победителям были вручены грамоты и памятные подарки ручной работы, сделанные автором Ириной Калягиной для победителей конкурса. Всем остальным участникам конкурса, преподавателям и ведущим мастер-классы были вручены благодарственные письма. Я 4-й год принимаю участие в этом прекрасном событии – международный фестиваль обжига керамических изделий. И я не гончар, я только прикасаюсь к этому ремеслу. Но ремесло необыкновенное. Оно дает возможность проявить фантазию. Оно дает возможность соприкоснуться с историей наших народных умельцев. И это здорово, что и гончарное, и глиняное искусство живет в наше время. И это просто прекрасно. Служба информации Невельских новостей.